У нас работает доктор-гинеколог. Она так скептически ко всему этому относилась, ну, пользуется содой, но когда я начинаю везде говорить про нее, особенно она видит, когда пациенты у человека, у доктора, который занимается пчеловыжариванием, пьют соду, раковые больные, ну, она так все относительно. А тут она приезжает в Словению, нет, в Словакию, туристическая путевка, и так получилось, что в комнате с ней проживала женщина, онкологически больная. Рак молочной железы. Так вот, в Словакии, как только у женщины поставили диагноз рак молочной железы, первое, что ей сделали, выписали две таблетки, которые она должна принимать каждый день, это две таблетки соды. И уже после этого она приехала, она в таком восторге, говорит: Асет Мафеевич, она вот уже сколько, 5 лет принимает эту соду, и как бы все остановилось. Теперь у доктора Симончини в интернете вы можете найти интересный, так сказать, интересный не то что сайт, а переписка, форум. Он в Канаде взял 200 женщин с терминальной стадией рака молочной железы. И вот все они должны были пить кленовый сироп с содой. И вот представьте, 20 лет прошло, только из 200-190 женщин уже 20 лет в терминальной стадии продолжают жить. И только 10 человек умерло. А всего-то навсего кленовый сироп с содой. И там... А какую роль сироп играет? А сироп, он тоже является противопаразитарным средством, противогрибным. Теперь, если рассматривать дальше, ведь к чему я вот это все подвожу? Для того, чтобы вы понимали, что не просто одни манипуляции помогают, потому что то, с чем вы будете сталкиваться, это действительно из рук вон выходящее, потому что в каждом животе есть и плесень, есть и грибы, то есть и грибы, есть и паразиты, есть аномалии, которые формируются чем-то. И вот наша с вами задача выяснить, чем сформирована вот эта область и чем ее решить. И, конечно, если грипп формируется, то, предположим, уколоть биопсию ни в коем случае нельзя, потому что грибы отвечают мощным распространением. Как только кольнули грипп, он тут же начинает делиться. И в то же время в нашем организме есть механизмы, которые борются с этой темой. И взять такой простой пример борьбы, как бы, ну, сначала я скажу несколько слов о том, что мы используем иногда, особенно когда приходит пациент, у которого белый, ярко выраженный налет на языке. Или когда вы начинаете работать животом, только вы коснулись желудка, тут же начинает не просто пахнуть, вонять изо рта. И вот эта вонь, это говорит о том, что туда пришли уже грибы. Я еще раз повторяю, что пахнет тело человеческое только грибами. Так вот, вот здесь вот очень полезно тогда пропивание соды, непосредственно жидкий раствор, когда вы в стакане с водой загашиваете эту соду, и эта сода пьется. И обычно несколько дней, ну недельку попили, запаха нет, и одновременно с нашими манипуляциями, а вы увидите, что интересная особенность, когда появляется тот же рак желудка, он появляется на готовую почву. Он появляется только тогда, когда желудок становится одеревеневшим, плотным, твердым, но ведь человек-то его не чувствует этой плотности. Желудок перестает формировать пищевой комок. Он становится просто как емкость, в которую падает пища. И вот ваша задача, вы начинаете разминать, а человек начинает пить этот содовый раствор, и грибы исчезают, уходят. И появляются различные признаки, которые говорят нам об исчезновении этих грибов. Мы об этом с вами будем говорить дальше. Но самое примитивное и самое простое, что можно дополнить. Иногда ведь пациент говорит: ну, Александр Тимофеевич, соду я не пью или что? Ну, не пьешь соду, тогда другой путь. То есть есть Рим здоровья, а к нему дорог много, разных вариантов. Давай другой вариант. А другой вариант в чем заключается? Чайную ложку размолотой гвоздики. Гвоздика тоже обладает мощным свойством борьбы с плесневым грибом. Гарбузов есть такой автор. Это сельхозакадемия в Краснодарском крае. Он исследовал этот вопрос, в каких дозах гвоздика воздействует положительно, и что нужно, какое количество гвоздики можно съесть, чтобы не отравиться. Так вот, оказывается, можно до 3 чайных ложек в день.
И, может быть, благодаря вот этой гвоздике я помог брату избавиться от рака, от онкопроцесса, когда уже осыт в легком. А все начиналось с банальной проблемы. Съел кусок хлеба, который заплеснил. Нет, но там просто берется размолотый гвоздичка. Такая тоже работает, но это более так. Можно на кофемолке сразу. Обычно на кофемолке, но опять же особенность какая. Вы эту кофемолку должны обязательно почистить, иначе она расплавится. То есть настолько гвоздика активная, что она даже растворяет пластмассу. Да. Дело в том, что... Ребята, это у всех индивидуальная особенность. И вот здесь-то давление поднимает, это для простых пешеходов, которые вот ходят там на улице. Когда вы будете работать с людьми, когда вы будете поддавливать живот, то все совершенно по-другому начинает двигаться, работать. То есть продавливая, и гвоздика еще обладает интересным свойством. Это одно из средств, активно воздействующее на стенки артерий. Обладает хорошим свойством улучшать состояние артериального русла. И вот здесь вот как раз, когда патология артерий, в данном случае ишемия брюшной части, ишемия сердца, гвоздика тоже является средством, которое помогает человеку выйти из этого состояния. И поэтому, конечно, если рассматривать немножко с других позиций, а мы с вами будем именно с этой, то вы увидите, что вся кардиология практически в животе, чего не знает ни один кардиолог.